всех мобильные телефоны в кармане, да, и быстрый доступ с любых устройств необходимо было обеспечить. Порядка 30% – это люди в возрасте от 24 до 35 лет, но и люди нашего поколения, 55 и старше, тоже порядка 11% получают информацию именно благодаря сайту. Новая страница в нашей деятельности, мы активно работаем в пространстве города. Сейчас, я думаю, также активно зайдем и в интернет-пространство.